Как разгрузить центральную магистраль областного центра улицы Лежневскую, придумали в городской администрации. Уже просчитали, во сколько создание дороги-дублера обойдется бюджету. 90 миллионов рублей по проектно-сметной документации в следующем году потратят на асфальтирование участка улицы Кудряшова между Хлебниковой и Летчика Лазарева. Протяженность автодороги составит 750 метров. В сумму входит ремонт тротуаров, устройство линий наружного освещения, установка бортовых камней. Дорога вообще будет двусторонней, однако выход в московском направлении поворот налево, он будет запрещен. То есть эта дорога в целом будет направлена на прохождение, на въезд в город и, соответственно, уход на дорогу-дублер. Здесь раньше не было дороги. Соответственно, въезд в город Иваново в часы пик, особенно в летнее время, в хорошую погоду, образовывались заторовые ситуации. Заторовые ситуации образовывались на перекрестке с проспектом Текстильщиков и с проспектом Строителей. Соответственно, это место, оно позволит один из этих светофоров обойти в правую сторону тем, кому необходимо в этом направлении. Предусмотрено несколько этапов по ремонту улицы Кудряшова. Первый был реализован в 2016-м, когда выполнили восстановление дорожной одежды на участке от Хлебникова до Лежневской. Второй этап – участок до 5-й Калиновской, третий – до Хлебникова. Он будет реализован в 2019-м на финансирование в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Также прорабатывается возможность ремонта улицы 5-й Калиновской. Планируется также выпустить уширение проезжей части и обустройство дополнительных парковочных мест. Кроме того, планируется перенести контейнерные площадки. В настоящее время они находятся на противоположной стороне жилых домов, и мы планируем перенести их ближе к жилым домам, чтобы люди не переходили проезжую часть. Завершению автодороги до Лежневской мешал надземный трубопровод, пересекающий проезжую часть в районе дома 106. С ПАО «Т-Плюс» по личной инициативе главы города удалось решить вопрос, и здесь поставили П-образный компенсатор за счет средств ресурсника. Благодаря этому смета на дорогу сохранила 10 миллионов. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.